Лавирал. Мои инструкторы вам сказали, ребята, обратите внимание, что ладони вы держите вверх, руки перпендикулярны партнёре. Старайтесь на лавирал не взять партнёрщик, держать контакт через ладони. Через палец. Тубарам. Приготовим кисть, контакт с ладонью. Блокируем. Давим. Тянем. Одновременно согнем локоть, наступаем на крест назад. Правая локоть обязательно на вверх, левая рука идет через вверх. Раскручиваем через спин, наступаем на крест через вверх. Отсюда можно продавать сразу. Продолжать на лотерал, либо на поворот. Еще раз лотерал делаем. Кисть поворачивается. Блокируем. Давим. И тянем. Согнем, наступаем одновременно. Поворот. Наступаем. Почет, как я считал для вас. И раз, два, и три, четыре, пять, и шесть, семь, и восемь, четыре. Второй вариант. Второй, который мы видели. Ауса. Поворот. Три. Раз, два. Перед моей партнершей я тяну партнершу к себе. Там, там, там. Та-ра-ра. Мы выходим из кая тела. Там, там, там. Чик. Так. И три. Раз. Правый локоть наверх обязательно. Два. Спини к спине. Старайся не ходить сюда справа. И три. Левую локоть упирать, да, немножко партнер в спине. После первого шага мы опускаем. Видение через предплечье на партнера, руки наверх. Раз, два. Отсюда партнерщик. Очень-очень главное, когда партнер вам тянет, вы просто идите и держите противовес на конце. Три шага. Па, па, па. Отсюда несколько вариантов. Мы получили, например, ауса, но партнер смог отсюда вам просто докрывать и приготовить для других движений, например, бонус. Главное, чтобы получать три шага. Еще раз покажем. Правую руку меняем. Раз, два, три. Раз, два. Идем с партнершей на поворот. Три. Раз, два. Держать противовес. Три. Раз, два, три. Раз, два. Туда тоже три длинные, ребята. Три. Раз, два, три. Раз, два. Шагаем назад. В сторону, поворачиваем, в сторону, на место, в сторону. Тянем партнерщик, партнерщик получает три шага, три, раз, два, и три. Можно, тут. Можно, с паузой, да?